Владимир Путин одним из первых поздравил алмазодобытчиков с праздниками. В телеграмме, которую президент России направил в адрес коллектива и ветеранов компании «Алроса», поздравления сразу с двумя юбилейными датами – 25-летием алмазной компании и 60-летием создания отечественной алмазодобывающей отрасли. За прошедшие годы «Алроса» выросла в одну из самых успешных и конкурентоспособных корпораций, вошла в число признанных лидеров глобального алмазного рынка. Столь значимые результаты стали возможны благодаря профессионализму, опыту и слаженной работе всех сотрудников компании, преемственности поколений, преданности своей профессии, говорится в телеграмме. Поздравления алмазодобытчикам зачитали в пятницу, 14 июля, на торжественном собрании, посвященном юбилейным датам. В дворце культуры «Алмаз» собрались члены республиканского правительства, топ-менеджмент компании «Алроса», руководители муниципальных органов, а также ветераны и передовики производства. Главной частью собрания стало награждение правительственными и республиканскими наградами. Так, например, животновод совхоза «Новый» Мария Иванова из рук главы республики получила благодарность президента России, а заместитель директора Института Якутнипро «Алмаз» Геннадий Никитин был награжден почетной грамотой главы республики. Одну из самых высоких наград получил главный инженер Мирнского комбината Александр Киселичин. Указом Владимира Путина он удостоен звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Я считаю, что это заслуга всего коллектива, той огромной армии работников, трудящихся, специалистов, руководителей, с кем мне пришлось работать. И вот последние 20 лет.